И снова приветушки всем, мы будем сейчас выбирать вторую вариацию. Благодаря вам мы смогли расчистить посадочную площадку. Генерал Ворфилд считает, что прямая атака на главный улей в данных условиях станет чистой воды самоубийством. Чтобы повысить шансы на победу, мы должны подорвать воздушную или наземную оборону зергов. Знаешь, я тут подумал. О да, это будет пострашнее зергов. Нам нужно разобраться с червями перед тем, как лезть в главный улей. Постоянно прущие из-под земли зерги могут нанести вред нашему здоровью и благополучию. Если заложить взрывчатку в нужных местах, то можно затопить их тоннели лавой. Что скажете, генерал? Опасно. Но может сработать. Меня гораздо больше беспокоят летающие зерги. Даже если нам удастся продвинуться вперед, они задавят всю поддержку с воздуха. И наша атака захлебнется. Есть предложение? По данным разведки, основная часть гнезд летающих зергов расположена на платформе на низкой орбите. Разнесем платформу, воздух будет наш. Тогда почему бы не вдарить по ней ядерной боеголовкой? Гнезда находятся глубоко в платформе. Бомбардировка их не затронет. Нужно будет высадиться на платформе и зачистить ее шаг за шагом. Выбор за тобой, Рейнор. Так, ну я думаю, что есть смысл затопить тоннели. Если мы не уничтожим сеть Нидуса, зерги постоянно будут нападать из-под земли. Хотелось бы поддержки с воздуха, но важнее сейчас затопить тоннели. У меня было другое мнение, но спорить не стану, тебе лучше знать. Доброй охоты, командир. Молодца, Джимми. Покажем зергам, что такое небесные дьяволы в действии. Глубинное сканирование выявило 3 крупных подземных разлома на этом участке. Взрыв сейсмических зарядов в этих точках направит лаву в пещеры. Есть данные о том, что ждет нас внизу? Нет, командир. Скальные породы затрудняют обнаружение биосигналов зергов. Будьте осторожны. Я думаю, нам понадобятся еще люди, чтобы тащить эти заряды. Ну и вообще... Я уже бывал в таких тоннелях. Чем больше народа туда набивается, тем больше риска. Я бы скорее взял туда небольшой, хорошо обученный отряд, чем целый полк. Есть подходящие кандидаты. Лучшие из моих орлов. Сотни боевых шрамов и дисциплинарных взысканий. Вы с ними быстро найдете общий язык. Спасибо, генерал. Но у меня есть свои ребята для этого дела. К тому же им как раз не мешало бы прогуляться. Во время высадки несколько отрядов укрылось в тоннелях. Так что в пути вас может ждать подкрепление. Я сообщу, если засеку их сигналы. Хорошо. Но обещать ничего не буду. Это не спасательная операция. Знаете, тот момент, когда надо было посмотреть на лицо Свона, и он такой типа, какого хрена мы? Убеди меня. За мной. Попробуем управиться с... Испытаем на этих немножко. Малышах наше маленькое Ладно, изобретение. Посмотрим, что у нас есть патрон дальше. Игла. Тушите свет. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Просто чудесно. Да-да, давай, хиляй нас, друже. Я понял, чего уж. Хиляй как это можно помню. Быстрее. В принципе, можно было и глайд долбануть, но... Рейдеры вперед! Тупанул. Раз и все. Совсем не больно. Можно попробовать. Я не подведу. Джимми, дай мне тоже повеселиться. Где Думаю, главный здесь все равно гранаты? Джимми. Кто теперь главный? Так, поднимаемся наверх. В принципе, что-то у них до хрена. Больше дела. Мощностей. Есть, генерал
старпер. Идиотизм не лечится. Ну и кто теперь главный? Злые-злые ребята. Хватит прохлаждаться. Ну нет у меня желания иглой Шандара. Хоть не убежать с ними вообще. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Датчик движения зашкаливает. Свон, установи-ка свою турель, а потом двинемся дальше. Ну почти сейчас все. Сейчас все будет, ковбой. Держитесь за огненной так. Бетти. Она все сделает за вас. Ладно, бежим дальше. Я понял, чего уж. Это по мне. Так, просто чудесно. Ну, здесь можно что-то. Да, выполняю. Это по мне. Просто чудесно. Это была самая тупая вещь, которую я не сделал. Эй, урод! Лови! Больше дела. Идиотизм не лечится. Входящее сообщение. Слышу вас, генерал, говорите. Ну, окей, попробуем. Помогите ребятам, я не пойду с вами. Я понял, чего уж. Это по мне. Просто чудесно. Раз и все. Совсем не больно. Рейдеры вперед. Нет. Всем достанется. Мечи этого дебила. Больше дела. Всех убью, один останусь. Скажи, как придумай. Убеди меня. Так, ладно. Я не подведу. Давайте убьем последнего. Рейдеры вперед. Шик, поздненько. Хватит прохлаждаться. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Смотри, каких важных птиц за нами прислали. Ну, да, точно сказано. Я не подведу. Вот что, Джимми. Если надо что починить, обращайся. А вот это вот ползание по пещерам не мой вид спорта. Свон, если бы я тебя не знал, я бы подумал, что ты трусишь. Застремался. Я так и думал. Не в этом дело. Вот это было нежданчиком, конечно. Инструменты, о, оружие, сзади. Механизм. Инструменты, оружие, механизм. Твою мать! Больше дела. Есть, генерал Старпёр. Так, ну, главное, чтобы все ребята выжили, в принципе. Пока вроде все ок. Никого вроде бы не потерял, хотя у меня есть ощущение, что я потерял все-таки. Юнита, а именно медика. По-моему, там был медик. Можно попробовать. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Еще что за хрень? Рейдеры вперед. Серьезно, да? Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Можно. Что? И это все? Ну, удивительная выживаемость маринов. Раз можно и все, совсем не больно. Все раз же весело, все, ребят. Совсем не больно. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно? Мы на месте. Свон, я отметил место разлома. Установи рядом заряд. Сделаю в лучшем виде. Нужно защищать бомбу, пока она не придет в боевую готовность. Держим круговую оборону. В одном из этих проходов, ну, я думаю, самое место по для центру, бомбы. Скорее всего. Куда ее лучше поставить? Так, вот так вот мы выставим. В принципе, вот сюда можно просто поставить и не пойти. Помощь, сэр? Убеди меня. Скажи, как придумаешь.
Я понял, чем. Что дальше? Рейдеры вперед. Кому навешать? Не провоцируй меня. Это вот так вот постоянно после брони. Без слов ковой. Скорее в бой. Я уже заждался. Не молчи. Не трать. Что дальше? Раз и все. Совсем не больно. Утка подгорает. Как там было? Что, съели? Бомба лейлу. А мне что с этого? Во что бы то ни стало. Задавим их интеллектом. Давай, удиви меня. Скажи, как ты думаешь? Ну, по-моему, все нормально. По крайней мере, пока оборона идет прям очень круто. Да-да, выполняю. Там что-то большое и злое, по-моему, да? Даже Рейнеру досталось. Не молчи. Тушите свет. Можно попробовать. Не подведу. Дай руку, друг. Тушите свет. Рейдеры вперед. Заряд сейчас взорвется. Уходим. Отлично. Это был первый пацаны, заряд. Пацаны, сматываемся. Тоннели заполнятся лавой. Не молчи. Я не подведу. Господи, боже мой. Вот, наверное, куда они девают пленных. И превращают в мутантов. Этим существам уже не помочь. Придется прекратить их страдания. Осторожно! Заразителей! Поджарим. Ну да. А волшебное слово каждому по заслугам. Есть, генерал Стар. Черт, какие же они уроды. Поубивал бы. Совсем не больно. Конечно, когда к тебе сзади заходит какая-то хрень, не очень круто, но лучше убить сначала заразителя, а потом уже всех остальных. Заткнись и сдохни. То, что он продолжает рожать. Каждому по заслугам. Идиотизм не лечится. Страшные, как черти. Это... Вы опоздали! Нужно занять позицию получше, иначе зерги нас сожрут. О, нормально, как раз позиция сама, она. С огненными бейтами. За мной. Да с гранатками Тайкуса. Чуть не потерял мальчика. Всем достанется. Так, надо больше как-то придумать дела. Что-то с этим делом. Во что бы то ни стало. О. Вот так нормально. Бетти, королева барбекю. Да-да, выполняю. Я понял, чего уж. Это по мне. Просто чудесно. О, нормально, она этих подрез. Все, что круто. Дальше? За мной. Так, ребят, лучше позади чуть-чуть держать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Рейдеры вперед. Приказы будут. Хватит прохлаждаться. В принципе, все окей. Да-да, выполняю. Я понял, чего уж. Просто чудесно. Берегись. Гиблинги. Не подпускайте их близко. Какие мерзкие твари! В следующий раз не подставляйтесь под взрывы. Так, стоп, на самом деле быстро восстановить свое здоровье, энергию. А теперь заткнись. Да, включением союза. Ну, довольно шустрый, да. Ладно. Надо было здесь... Убеди меня. Не молчи. Рейдеры вперед. За мной.
входящее сообщение. Можно попробовать. Рейнар, прием! Я обнаружил выживший отряд недалеко от вас. Кажется, последнее слово было «спасите». Черт. А я думал, сыграйте с ними в покер. Это засада. Они зашли с тыла. Спасаем, ребят. Да-да, выполняю. Это по мне. Да-да, выполняю. Оставьте мне хоть кого-нибудь. Вовремя вы подошли. Следующий участок тоннеля кишит червями. Нужно продвигаться. Ладно. Осторожно. Попробуем это сделать. Червями? Ну-ну. Надо в пол. Не молчи. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Рейдеры вперед. За. Это только начало. Так, ну, дальше либо второй подвое. Вариант, ну, чтобы оттеснить. Не идти подвое, это вот. Просто шмалять. Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Прямо вперед. Нужно двигаться, иначе они нас задавят. Рейдеры вперед. Просто типа шаг, выстрел, шаг, выстрел. Я не подведу. Больно. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Что прикажешь? Прикрывайте друг друга. О. Еще идут. Из огня да в полымя. Теперь что идут дальше? Сзади, замечает. Прямо в лоб. Ну и? Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Сейчас будет бум. Сюда прет сотня тонн мяса. Все-таки они убили парочку моих ребят, это еще тревало. Ну, что поделать. Не молчи. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Ну и? За мной. Рейдеры вперед. За мной. С одной стороны, дополнительный медик это круто. С другой стороны, это проблема на самом деле. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Зерги, это что-то с чем-то. Было бы неплохо подробнее исследовать их физиологию. Я там уже все исследовал. От пуль они дохнут. Это не совсем то, что... Заткнитесь вы оба. Все как в прошлый раз. Охраняем бомбу до тех пор, пока она не придет в полную готовность. Мы, соответственно, так и встаем, что каждый на своей стороне. Без слов, ковбой! Скорее! Я думаю, есть смысл просто стоять вот здесь вот Бетти, и она будет неплохо работать. Что, съели? Не трать мое время. Пока работает. И это все? Лобысь. Что дальше? Покажем им Пушкину мать. Пока все ок. Не трать мое время. Есть, генерал Старпер. Без слов, кого? Ну и? Прямо в лоб. Кому навешать? Хватит тявкать. Хватит прохлаждаться. Покажем им Кузькину мать. Черт! Землетрясение. Будет больно, будет больно, будет это больно, не будет больно. Это ультралиски. И это все? Не провоцируй меня. Прямо в глаз, короче.
прямо за мной. Можно попробовать. Сматываемся отсюда, к чертовой матери! Еще такой вообще красавчик. Сматываемся, говорит, отсюда берет такой под свои гранаты, кидает просто. Совсем. Биосигналы не перемещаются. Это но нам-то от этого, мать его, не легче. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Так, ладно. Личинки уползают. Убеди меня. Я не подведу. Рейдеры вперед. Видели, как они все вместе вылупились? Как будто ждали нас. Скорее всего, так, ими управлял потихоньку вылупляется, какой-то потихоньку получает зек. Людей. Я понял, чего уж. Просто чудесно. Да-да, выполняю. Ну и теперь главный? Ах ты, мразота-то мелкая. Есть, генерал. Кто бы ни вскрывал эти яйца, ему не поздоровится, да, когда я до него доберусь. А волшебное слово во что бы то ни стало. Сныкался там, значит, где-то. Перекопался. И пытался мне люлей наставить. Вот наглая тварь. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Входящее сообщение. За мной. Недалеко от вас находится еще один отряд моих ребят. Похоже, у вас совсем плохи. Будьте предельно осторожны. Сюда! На помощь! Зададим им перцу. Раздайте! Бандит! Боже правый! Да как так-то? Ну все, парни! Наша игра окончена! Есть. Больше тела. Жаль. Ну, я пытался. Идиоти. Хватит прохлаждаться. За мной. Я не подведу. Установи-ка взрывчатку. Не нравится мне это место. Все готово, ковбой. Нам лучше убраться подальше, прежде чем эта штука бабахнет. А это еще что такое? Черт, она выпускает из яиц зергов! Нужно убить ее, нельзя оставлять заряд, пока она тут бродит. Что ж, пришлось малость перепройти миссию, ну как малость, сильно много перепройти миссию, плюс на более простом режиме. Зато теперь есть вероятность того, что все будет ок. Убеди меня. Ну и? А вот и гостинец. Так, быстро, короче, уничтожаем яйца, насколько помню. Идет к следующей кладке. Остановите ее. Быстро начинаем мутузить всех и вся. Что дальше? Так. Ну и хреначим заодно и по ней. Теряем некоторых ребят. Веди меня. Главное не всех терять. Понеслась. Так, быстро добиваем оставшиеся яйца, которые здесь лежат. Можно быстро, 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 быстро. Сейчас. И дальше будет немножко больно, Бетти немножко там подождет. Во что бы то ни стало,
Отлично. Давно бы так! Окей! Всем да. Убеди меня. Это по мне. Просто чудесно. Да-да, выполняю. Ну. Ай, больно. Эй, ур... Лови! Во что бы то ни стало. Ваши войска атакованы. Так. А волшебное слово... Слышь ты, мразина. На нас атакуйся. Раз и все. Совсем не больно. Вот ты офигевшая. Ну и кто теперь главный? Этого. Никаких признаков жизни. Она мертва, Джим. То же самое ждет и нас, если не уберемся отсюда к чертям. Скоро все взлетит на воздух. Пора сматывать удочки. Бетти пока что отвлечет их. Черт, лава поднимается. Так и было задумано, Тайкус. Бегом к выходу, идиот! Итак, пока шуточки за 300 продолжаются, мы бежим дальше. Уходим отсюда, ноги в руки, живо! Рейдеры вперед. У нас очень мало времени. Можно попробовать. Поэтому действовать мы должны максимально быстро. За мной. Можно попробовать. Бетти, королева барбекю. Да-да, выполняю. Это по мне. Пора дать сдачу. Так, где у нас там Рейнер с его? Раз и все. Бам. Совсем не больно. Кабум и так далее. Ну, бежим. Прощай, Бетти, прости Рейдеры меня. Вперед. Я не хотел тебя оставлять в этом дерьме. Можно попробовать. Но. Да тебе, по-моему, вообще похрену. Ладно. Рейдеры вперед. Эй, урод! Лови! Больше тела. Бежим, 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 бежим дальше. Просто чудесно. Убиваем яйцо, бежим. Это по мне. Я понял, чего. Бежим. Нет яйцам. Скажем, яйцам нет. Это по мне. Просто чудесно. Ставим Бетти. Убиваем всех. У тебя в первую Пушите очередь свет. Мразота, ты криворукая. Бежим! Рейдеры база вперед. Атакована. Бежим! За мной. Эх, вот это я понимаю. Беги да стреляй, как в старые добрые времена. Смотри, как красиво все рушится. У меня аж сердце радуется. Ух ты, сколько же мы их там положили? Теперь они точно должны нас бояться. То есть, вас. Нужно проверить, как там наши справлялись, пока нас не было. Фух, я все-таки это сделал. Генерал Ворфилд. Круто. Ладно, давайте попробуем следующую миссию. А пока, всем пока.